Здравствуйте, товарищи. У нас ретро-рубрика, а это значит, что мы играем в Чужие 3. Сегодня мы посмотрим версию для Сеги. Это, по-моему, самый первый вариант этой игры, который выходил. С нее логично было бы, конечно, начать, но да ладно. Давайте я сейчас управление немножко под себя только настрою. Так, а у нас нет. Огонь. Б, прыжок. С, выбор оружия. Вот так нормально. Ну, давайте посмотрим. Ну, графоний сразу видно получше, чем на 8-битках. Итак, принцип у нас тот же. За отведенное время мы должны найти и спасти всех комрадов и найти выход. Не, ну это прям версия такая. Поприкольней, по-моему. О, я прям на него спрыгнул. Оружие вроде все то же. Автомат, огнемет, гранатомет и гранатки, которые можно кидать. Так как опять по-идиотски надо с лестницы слазить. Включить можно, да? А вон вижу пидора. Так, комрад. Так, оружие переключить на автомат. Не, на огнемет тут, наверное, лучше. Сука, резкий. Так, это последний, да? Давайте тогда на выход. На выход как раз здесь. Хорошо. Едем далее. Второй уровень. Здесь 5 комрадов, судя по надписи. Один есть. Так, на автомат. Да слезь ты с лестницы, ёб твою мать. Хорошо. Патрончики. Так. Тут
мы давайте вышибем нахер дверь. Огнемет. Так, патроны взял. Ой. Я пизнулся. Ну, поди ты. Так, вниз, вниз, ёб твою мать. В чем проблема ее? Я не понимаю. Ой, нет, туда не хочу. У меня время кончается. Нормально, успел. Так, ну чё, давайте третий уровень с правой стороны зачищать, раз уж припёрся я сюда. Вот и тварь. Давайте наверх. Следующая лестница. Да слезь ты, ёб твою мать. Еще один. Так, вот этот последний, да? Ищем выход. Еще много, смотрите, сколько времени осталось. Наверное, выход сложно будут искать будет, да?
Ах ты тварь. А, прыгнуться надо, да? Да, блядь, ты можешь вниз? А, вот это я зря. Да, блядь. Да слезь ты с этой ёбаной лестницы, блядь, пизда ты тупая. Сука, бесишь. Здоровья так сразу мало осталось. Как раз посмотрим, как будут восстанавливать мне его на следующем уровне. А вот конец. Босс. Вот здоровье восстановили. Не понимаю, как боссов этих тут хуярить. Вообще не понимаю, блядь. Ладно, с первой попытки хотя бы. Обновили декорации. Да слезь ты, ёб твою мать! Бесишь. Так, вот здесь, по-моему, она все-таки разбивается. Нужно с прыжка на них. Но вот это на короткой можно так. Так, автомат. Там, ладно, пойдемте вниз. Во. Опасно. А, давайте наверху посмотрим. Кстати сказать. Захватим. Тут много нужно спасать на этом уровне, я смотрю. Уже сколько я спас, еще 5. 5 лиц надо где-то найти. Так, 1. Ёп, одни двери.
Да в смысле не убил? Дайте наверх. Это двое, хорошо. Хорошо, блядь, что это двое. Это три. Ой, блядь. Еще один остался. Вот он, кстати. О, хорошо, и выход здесь. Мы красавчики. Пятый уровень, а здесь нет комрадов, которых спасать нужно. Мне сразу показывают на выход. Значит, тут ебаный лабиринт и куча монстров. Давайте еще ниже, наверное, поедем. Ебать вас сколько. Так, блядь, бомбы, да ёб твою мать. Короче, тупил я, тупил, блядь. Так, ладно, пошли, блядь, тут пешком. Да блядь. Да, тут в натуре ёбаный лабиринт. Я его убил. Все на выход, в пизду. Поехали. По-моему, эти суки пожирнели.
Да охуенно, блядь. Я ебал эту игру. Так, а тут чё? Секрет. А можно, блядь, ты снова на лестницу спустишься? Спасибо. Давайте еще ниже, наверное. Я хуй знаю, как реагировать на этих пидоров. Пиздец, блядь. Ну, тут, я смотрю, секретов много. Так, пидоры вы где? Блять, да чё за хуйня? Почему ты присесть не могла? Пизда тупая, блять. Охуенно, блять. По-любому тут кто-то есть, блядь. А как туда запрыгнуть мне? Нет, не тут, блядь, а... Да, вот здесь. Охуенно, у меня автомат кончился. Так, и двое там были наверху. Охуенно. Заебись, 40 секунд осталось, блядь. Я еще по нему не попал, блядь. Так, выход. А выход, наверное, он в ебенях. Он, блядь, в самой правой части. Блядь, заебал! Блять, ты слезешь с лестницы. А вот он, хорошо. В последнюю секунду прям. Босс. Блять.
Да ты заебал, блядь. Ты перепрыгнешь. Я хуй знаю, что с ним делать. А, все. Ну и хуй с ним. Так, чё, седьмой у нас, да? Поехали. Нихера себе, он со второй бомбочки так убивается. Ты пидор. Чё-то я пизданулся, да? Давайте спрыгнем куда-нибудь, наверное. Так, тут нет ни хера, да? Дайте лифт ждать. Так, давайте еще ниже поперли. Двоих забрать. О, вот это по-царски. Так, что, наверх сходить, да? Еще двое. Может, бочку взорвешь? Ой, блядь. Да ты заебал. Да ты, блядь, так и будешь меня доебывать. Последний, да? На выход.
8 уровень, 19 аж комрадов надо спасти. Тут тогда вражин вообще не должно быть. А тут типа выход, наверное. Ждем лифт. Так, а тут что, еще один лифт, наверное? А, ну да. Как бы. Хорошо, давайте дождемся лифта. Так, чё я тут где мог проебать? А, да везде я мог проебать. Лифт, стой, сука. Давайте теперь вот здесь. Но вражин действительно нет. И то радует. У меня, правда, получается самостоятельно себя убивать неплохо. Разбиваясь обо всякое. Так, что, на лифте, наверное, опять, да? Только мне, блядь, не туда, наверное, на нем надо было. А он, сука, долго едет. Блядь. Давайте вот тут посмотрим. Я всех собрал. Осталось найти тот выход, который я уже находил. Он где-то справа вверху. Наверное, еще выше. Вот здесь. Девятый, поехали. Жирные стали, суки.
Гранаток много, надо кидать. Так. Вот пидоры. Так, а тут у нас тут нихера, да? Давайте дальше вниз. О, вот чувака вижу. Запрятали, суки. Ну-ка. О, да тут по-царски нам секрет оставили. Красавчики вообще. Ну-ка, здесь. О, блин, а здесь последний комрад. А вот это вот уже грубо. Я понимаю, секрет спрятать, но когда, блин, чувака вы прячете, это уже это некрасиво, как минимум. Я так считаю. Так, а мы всех собрали тем временем, да? Ой. Мне нужно эту вон пидорку убить. Наверное, это был звук, что оно умерло. Ладно, время есть. Выход по-любому здесь где-то. Да, вот он. Босс. Чё ж ты никак не сдохнешь-то, ёб твою мать? Во. Я вроде к этому приноровился прям сразу. Да, блядь, куда ехать? Сейчас по времени проебу, будет вообще прикол. Нормально.
Сменили декорации. Что-то капает тут. Этих пидоров почти не видно. Так, тут нельзя. Давайте обратно. Берем огнемет, сука. А вот это, наверное, гранатки, которые кидать можно. Так, вопрос, куда теперь? А вот сюда, наверное. Давайте полезем. Хуй знаю куда. Блять, а можно вниз? Спасибо. Вы очень любезны. Да ёбаный, вот. А, нужно чуть-чуть, не доходя до лестницы, вниз нажимать, я понял. Так, тут чё, по секретам, голяк. Да хорош, блядь! Да и вы ёбаные, вы пидорасы. Такое вот я вам скажу. Да, блядь, ты заебал. Блять, я не успеваю. Это последний был, да? Давайте выход искать. На это, наверное, и есть выход. Хорошо. Так, 11-е, поехали. Ага, тут пиздануться можно. Да, блять. Огнемет, да? Ой, блядь.
О, тут какой-то царский секрет был. А тут нет нихуя, да? Да, блядь, сойди ты с... Что-то на меня накапало, а я не увидал. Давайте вот здесь вот попробуем вниз спуститься. Ну, пидор, а. Да ты заебал. А, отъебись, урод. Да хорош, блядь. Да, да ёбаный, блядь. Куда сжать, главное? Я не пойму. Ага. А, там здоровье было спрятано. Это вообще отлично. А то у меня прям оно... Блять, заканчивалось уже. Да где пидор? Так, минуточку. Мне, наверное, вот сюда. А вот это справа, наверное, выход. Здоровье хорошо. Так, еще один. Он, интересно, тут. Если тут вообще вот отлично. Так, а как мне, блядь... А, тут можно спуститься. Давайте на выход. Отлично. Поехали. Ты куда, пидор? Что-то подобрал. Так. Вы не дюжа жирная. Хорошо. Давайте вернемся. Я вот отсюда пришел.
патрончики. Так, наверх давайте. Ой, блядь. Батареечки. Так. Все собраны. Давайте на выход. Его еще найти надо, сука, а? Да хорош. Это выход? Да, похоже на то. Босс. Давайте хуярить. Постою-ка я здесь. Вроде не трогает. Туповатый бой получается. Облутаем. На хули бы не облутать-то? Чё там лифт проебал, да? Это выход. Хорош. Последняя тройка уровней, наверное. Thank you.
Опасно. Так, пиздануться, что ли, сюда вниз. Так, это, блядь, не должно дамажить. Так, здесь, блядь, дырка, наверное. Это последний. А вон справа, наверное, лифт, который на выход. Так, это, блядь, батарейки, да? Блять, так и знал. Какого-нибудь пидора, да, добавят. Хотя должен был быть уровень просто на спасение. Тут и так сложный довольно-таки лабиринт. Кстати сказать. Хорош. Лох, пидор. Во, как можно, да? Так, это второй. Ой, блядь. Ой, блядь. Так, ну хотя бы я подобрал. О, давайте-ка лучше сюда, что ли. О, блядь, говно. Это последний, да? И все? Легко. Пятнадцатый уровень. Самый охуевший. Блять, вы заебали уже. Блять, еще пизда. Стреляет как пизда, блять. О, пизданулся. Здоровье хорошо.
Тихо, тихо, блядь. Последний. Хорошо. Так, а выход, наверное, где-то здесь. Хуешки там, да? Хорошо. Финальный босс остался. Суки, блядь. Сдохни, тварь. Лутануть что-нибудь напоследок. Да заканчивать уже упражнение. Хорошо. Вот такая была игра «Чужие 3» на Сеге. Насколько я знаю, фильм вышел после игры, на самом деле, «Чужие 3». И, наверное, разрабы еще не знали, что в фильме в третьей части был всего один чужой. Там, по-моему, в этой тюрьме одна тварь орудовала. Ну что ж, «Чужие 3» выходили еще на других платформах. Мы посмотрим на эти версии в дальнейшем. На сегодня все. Спасибо за просмотр.